Поисковика дома нету, да? У меня он на канонические только книги. На канонические ходит, нет, происходит. Я говорю, ладно, сейчас его отдать. Он вчера звонит и говорит, да вы зачем Игнатию Тихонову что-то? Это ему так забот хватает. Я говорю, Виктор Андреевич, Николаевич должен позвонить мне, сказать или в скайпе написать. Я говорю, одна секунда, и он сделает, чтобы официально было. Догадывайся, что за растение растет у нас? Вот как будто прилеплены шоколадки какие. Шоколадки. Что это за растение? И главное вот эти, как сердечки, когда они не засохшие были. 7 штук. Здесь 6, одна отломилась. Они похожи на эти, на огурцы дикие. Знаю. Час надо, час брать. Час и полтора часа открыться самое. Потом брать на них. Так, сегодня у нас собирается поехать за медом на урывку. Кто желает, значит, Сергею Павловичу, наверное. В прошлый раз кто покупал? Почем? По 1000? И за банку, кажется, 100 рублей. 1200 новый мед. А? 1200 новый мед свежий. А нынче брали бы у него дешевле, чем в прошлом году. Он сказал, 1200 будет банка. Ну, значит, свежий. Если прошлогодний, то по 1000. Тогда. Если свежий, 1200, а если прошлогодний, по 1000. А прошлогодний, он и на нынешнем-то и не было. А мед, он через 100 лет один и тот же. Корчи на прошлогодний мед продают по 700 рублей. Чтоб тоже знали. В Корчино прошлогодний мед продают по 700 рублей. Ну кто? Я не знаю у кого. Этот проверенный свой, Потеряевский. Мед очень хороший. Так, все. Да. Лена, объяви. Занятие в час. У меня вопрос ко всем. Кто знает, что это за растение такое? Вот вчера обнаружил там, ходил по лагам везде и нашел. И 3 плантации небольшие. Вот как огурцы или кто? Шоколадки. Как камыш. И каждая вот эта, ну, часть как сердечко. Кому подарить на память? Для гербария. А, Алексей, по-моему, тебе это больше всего подходит. Не почему. Потому что тебя подрастают и привыкли их к красоте. Это как хлопок. Если скажете еще нужно, я постараюсь еще сделать. Так, все помолитесь о нашей работе, очень хорошо идет, чтобы мы благополучно закончили ее. Ну вот. Если все будет, конечно, это так, как есть. Вы видите, нынче уже мы с рыбой все находимся. Игорь, с рыбой? Да. Вот так. Так что, когда мы сейчас давали, там поскольку по 15 большеньких, поменьше, которые бесплатно, не меньше 5 килограмм. Мы сейчас один раз только зашли, 125 килограмм примерно вытащили. Это вообще, никогда мы этого такого даже не видели. Бог дает. Ну вот, событий-то больше никаких нет, я вам все сказал. Приходите на занятия, приглашайте своих друзей. Ладно. Пойдем, приходишь на занятия? По комбайну, по кучу, хочу сказать.